Это я, Шерман, и сегодня буду снимать про Roblox. Вот. Один девайсер. Сейчас я сделаю получше. Вот. Один такой. И второй. Я пришел в магазин, короче. И не было таких фигурок. Так что, ребят, я не знаю. Но пока не набралось 50 подписчиков, не уверен, что наберутся. Уже 7 июля, никто не набрался. Ну ладно. Первым, наверное, его будем распаковывать, потому что у них там уже все есть. Сейчас быстро. Сделаю скотч. Оторву. Оторвал. Распаковываем. О! А, вот. Вот. Ой, там оружка уже вылетела. Вот такая оружечка. Видео где-то вообще короткое будет. Ну, тут вот. Такая фигнюшка. Сейчас он... Фокусируйся. Фокус. О, во. Видите? Вот тут. Вообще такая фигня. Немножко. Такая ляпанная. Ну и ладно. И вот мини-фигурочка. А вот. Ой, качество хорошее. Вот это вот нереально. Ой, у нее снимается. Руки точно снимаются. Ой, ну не-не-не. Вот тело нормально, ноги все вылетают. Ну, нормальная фигурочка, я сказал бы. У меня была 5 июля днюха Дере. С днем рождения меня. Так, о! Так подожди, у него там еще одна голова. Смотрите. Нужно достать. Пипец, как достать-то? Там видите? Сейчас вам покажу. Видите? Вот, голова там. Пипец. Но она, походу, воткнута так, то, что ее не достать. Подождите. Сейчас постараюсь. О, нифига. Она вообще даже... Да, даже. И, ребят, если под этим видео наберется 5 лайков, я сниму бот-ботсы. Я их уже купил, но если наберется, я вам сниму бот-ботсы. Бот-ботсы — это второй сезон, не первый, не какой там... Сезон старый. А второй? А как нам ее должен брать? Ой, так он вообще хорошо ее держит. Вот эта мини-фигурка нормас. Сейчас ее поставим туда. Или... У меня за кровать залетела! Твою! Короче, ноги нет. Он без ноги. Хилые ноги вообще. Ладно, сюда положим. Такие хилые очень ноги. Вообще хилые. Видео снимаю уже 2 минуты. Уже 3. Так. А, кстати. Вот сейчас этого посмотрим. Кого лучше брать? Или эту? Но вот по запрошлым видео там вообще хорошие были. О, а что это такое? А, понял. Голова вылетает. Вообще все хило держится. О, руки хорошо, ноги хорошо. Намертво вообще все сидит. Голова не особо. Так, достаем вот эту фигнюшку. И она вставляется. И она вставляется. Вообще круто. Что такое? Вообще круто. Челик. О. Так, ой, у меня наподобие где-то там лежит. Вот такой вот. Он такой черно-белый, что ли. Вот такой, точно такой же. И, и немного другая. О, сейчас ему наденем. Ну, блин, голова хилая, что у этого парня. Ха! Смотрите, там глаза торчат. Зуми какой-то. И эту сейчас проверим, вставляется ли в ней или нет. Вот. Привет! Ну вот. Ну, вообще он крутой. Вот это нормальная фигурка. Можно убрать. Видео вышло коротким. Это выкидываем. И вот какие были сегодня фигурки. Без ноги. Пипец. А если бы все тело вылетело, это было полным пипец. Вряд ли я достану ту ногу. Если достану, напишу в комментариях. Но это не точно, что я достану. Ну вот. И в следующем видосе, если сейчас 5 лайков наберется, я сниму видео. Или не буду, я очень хочу открыть его, очень хочу.
Надеюсь, что вы наберете 5 лайков. Ну, блин, ну вообще ноги хилые. Ой. Ну, вот этот чел вообще не особо. Может, лучше не покупать такого. А вот этот более-менее, но башка вылетает пипец. Как бы вообще пипец. Дыр. Ну, этот не особо тоже классный. А так нормально можно брать. За свои деньги я не заслуживаю. Вот, ребят, это был Шерман. И всем пока. Пока-пока.